Всем здорово, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Валда и Горелли. Мы продолжаем выживание в мире Майнкрафт техник, мать его, Hell. Всем привет, дорогие друзья. Ну что, господь? Ну да. Конечно, полетели. Полетаем. Ну и пусть разобьемся. Они не должны вроде. Ну, по идее, да. Ну что ж, продолжаем эпичное строительство. На этот раз я добыл сакуры, хотя бы немножко. У нас пошел снег. Очень любопытно, конечно, он здесь идет. Тут есть, там нет. Но это норм. Так, и там в конце прошлой серии тролль немножко порушил тут ландшафтика. Ох, тут ёперный кротовод! И Горелли! Тут беда-беда. Давай, бегу-бегу. Издалека мочи. Я так и делаю. Надо осветить сразу там, священника позвать. Надо, да. Ладно, сейчас сделаем, не переживай. Спасибо за помощь. Если что, можно лицензию в интернете получить. Священника? Да. Серьезно? Ну, по крайней мере, возможность проводить свадьбы и освещать, ну, это, людей, типа. Жестко, не знал. Офигеть. Как это говорится-то? Как вот жениться, только... Только что не жениться, а по церковному, типа, ты имеешь? Да, как-то венчаться, венчание, да. Вот можно получить лицензию на венчание. Нормально. Лицензия на венчание. Ну, это, конечно, звучит бредово, но теоретически... Ты же не знаешь, что тебя венчают, он такой, лицензия, смотрите. Да, все равно, это зеленый венчатель. Все, я лицензионщик такой. Да, или пират. Все хорошо. Отлично. Как мечтал. Раз между сериями прочитал комментарий по поводу того, мне было лень полностью отвечать, но мы можем, в принципе, так рассказать. Точнее... Правда, человек услышит об этом спустя столько серий, потому что написал он под какую, под пятой серии этот комментарий. Лучше, я тебе скажу так, лучше поздно, чем никогда. Тем более вопрос глобальный. Ну давай, в принципе. Озвучивай. Вопрос по поводу того, на кого мы учились, и... Ну, мы учились в разных местах, сразу скажу. Да. Поэтому на кого тоже разные. Ну, разные. Соответственно. Вот, и работаем ли мы по профессии. Ну, я сразу скажу, что я не по профессии работаю, и, может быть, я бы и рад, но... Я тоже. Но не рад. Не по профессии, тоже не рад. Не, ну и как я? В этой стези, то есть, но не по профессии. Ну, давай, начинай с себя. Учился на какого-то инженера там. Ну, в смысле, как это часто бывает, ты не знаешь, на кого ты учишься до последнего курса. Ну, если человек такой, как я. Вот, и учился я на инженера на автомобильном транспорте. А, собственно, почему не работаю? Потому что я многим рассказываю эту историю. Когда устраиваешься на работу после института, тебе низшая ступень этой профессии становится либо логист, либо экспедитор. Но экспедитор – это просто грузчик, как оказалось. Uh-huh. Только он еще ездит с человеком и заполняет бумаги, но в основном он грузит. Uh-huh. И даже если ты экспедитором устраиваешься, большая часть работодателей, не знаю, всех, не всех, потому что я проверял всего на 3-4, но мне этого хватило. Uh-huh. Еще несколько работодателей мне по телефону говорили примерно то же самое. Вот, а так я ездил 3-4. Так вот, на скидку не вспомню, но я точно вспомню в Кибере, например, то же самое. То есть вот такой вот, если вы знаете, электроники магазин. Валда, вы знаете? Мы слушай. Нет. Сейчас чихну. Не дыши так. Нет, ладно, не чихну, повезло. Так, чё за говно-то? У меня опять тут что-то все криво. Иди помогай мне с текстурами, я не могу справиться. У меня нет, засосала опасная трясина. И я жизнь тут, моя тоже... опасна и трудна. У меня тоже тут всё опасно очень. Я, кажется, понял, что у меня проблема, кстати говоря. Так, логисту нужен личный автомобиль, либо автомобиль дают, но стаж вождения должен от 3 лет быть. А у меня стаж вождения от 3 минут. Тоже неплохо. Да и то, когда Валдай давал порулить. Какой чузьёрпет? Умри просто, и все, пет. Только я ткнул блок поставить, чузьёрпет просто. Практически как чузьёрдестини, мать его моя. Flowers Victory. Sony Blade Win. Вообще нормально. Мать его, choose your pet. Чтоб тебя порвало.
Выбери своего. Пета своего выбери. Убери. Звучит как ругательство, если честно. Да в том-то и дело. Так вот, в общем-то и все, работаю не по профессии. Не нашел таких, где были бы довольны всем мной. Всем я тобой? Еще доволен, да. Доволен только по частям, где-то ногами, где-то руками. Да в основном не было такого ни разу, что всем доволен. Работодатель, да, вообще такое редко бывает, мне кажется. Ну да, наверное. Чуть не хватило. Отличное говно получилось. Нет. Прям ровно вообще обоссаться. Игорь, ну, нужна твоя помощь. Что я сейчас? Игорь, помоги мне разобраться с симметрией. Сейчас с симметрией разберемся. Надо еще раз поспать будет, наверное. Давай пробуем. Хорошо, променять первый рассказ, да? Да, в общем-то, да, это все. Это вроде все. На этот вопрос смотреть и ответить. Я закончил профессиональный лицей кулинарного мастерства профессии повар. То есть учился, короче, я закончил среднее, получил среднее специальное образование, высшее образование не получал. Забил болт, ушел после 9 класса из школы. Отучился 3 курса лицея. Вот профессия, значит, получается, я повар, но поваром работал очень мало. Даже можно сказать, что практически не работал. Работал официантом, барменом, администратором, но сейчас работаю замдиректором ресторана. Не скажешь, что я прям счастлив и доволен, но в целом меня устраивает. Вот у меня такой краткий ответ. Я пришел спать, но пока еще рано, по-моему. То есть ты сопли не разводил, да, какие? Да. Не берут нигде, фу. Да, плевать вообще, берут, не берут. На самом деле, ребят, не знаю, правильно это или нет, но лично мое мнение, что работа, она такая. Не волк. Да. В лес не убежит. Там надо быть осторожным всегда и все такое. Другое дело, свое что-нибудь открыть. Вот это уже интереснее. Не буду рассказывать особо, но у нас с Владаем был опыт. Был. Небольшой. Ну, кстати, этот опыт мне запомнился как очень позитивный. Так, теперь что тут у меня какое-то говно получается? Кроме того, что мы хотели друг друга убить. Ну да, ладно. Микарелли, иди помогай. Мне реально говно, опять неправильно все построено. Твою да мать. У меня тоже здесь окно большое не получается. Вообще трешак какой-то получился. Нечто. Тут все, блин, как-то я не знаю, короче, как-то все через жопу. Мне нужно начать бомбить эту идею с замком. Ну ладно, я ее реализую, конечно, но он будет кривоватый. Или ты поможешь мне, или он будет кривоватый, выбирай. Да сейчас я прилечу, сейчас. Мне осталось чуть-чуть буквально, чтобы градить эту деревню. Вот буквально уже кусочек маленький остался. Так. Раз-два. Раз-два. Тут ровно. А там не ровно. Я не понимаю, в чем дело. Вот так. Здесь что-то какая-то шляпа. Вроде тут все. Хотя подожди. Раз-два, три. Потом раз, потом раз пропуск, понял. То есть вот сюда тогда получается так. Так что ли? Нет, подожди, ну-ка. Тут снизу, у меня реально мозг уже пухать начинает. Такого долго строительства мало кто может выдержать, надо сейчас пойти принести королевство какое-то. Или хотя бы пару башен. Ну что-то как развеется. Не, чувак, что-то реально непорядок какой-то. Нужна твоя помощь, у меня с этим окном какая-то проблема. Ты можешь подойти или нет? Я здесь. Вот я. Вот смотри, вот тут, видишь, тут окно. Вот сделай его ровненько, пожалуйста. Как? Видишь, тут что-то не так? Как это? Что? Тебя пропадаешь ты? Как это окно? Заднее? Ну вот. Ну да. Как это окно? А тут окна-то примерно одинаковые. Да, симметрично должно быть. Но тут не симметрично, видишь? Тут, в принципе, вот эта часть не симметрична. Эта часть вот здесь окончается. По идее, она должна вот здесь начинаться. Ну вот переделывай. Звучало неплохо. Чувствуете, да? А, здесь 3 блока, правильно, а там 2 блока, я понял. Где ты на стенку ломать? Да не, все. А, ну да, в смысле, да, надо вам. Вот здесь.
Здесь колонну? Здесь косячок. Вот так должно быть. Ой, ну ты понял. Подожди, то есть ты хочешь, конечно, теперь все ровно будет? Теоретически, да. Так, хорошо, теперь давай смотреть вверх. Просто поднимись наверх и посмотри, какой тут шляп. Ой, подожди, у меня просто блоков нет, которые тяну. Давайте скину стак. Зачем ты раскопай обратно-то, зачем ты это все закопал-то? Не так. А, может так. Да, так. Так. Даже будут окна такие модные. Смотри. Давай перед поднимись на самый верх, на крышу. И посмотри здесь. Тут надо помочь тоже. Просто высоко поднимись. Видишь? Он немножко несимметричен. Та же фигня, наверное, сделала. Видишь, самую малость. Ну давай по левому краю, по переднему делать. И отступы. Отступ. Подожди. Один блок. Два, три, четыре, пять блока. Пять блока. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть блоков. Вот тут просто уже блок лишний. То есть это вот так должно быть. Тут первый отступ, тут второй отступ. Так, ага. Ну здесь вроде ровно. В чем фигня? Вот тут что-то неровно. Вот это, ну, вообще спиливаю тогда. Ну так я это и делаю. Там куча блоков впало. Да плевать. Паркуюсь где хочу. Теперь тоже неровно, да? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, там пять. Не должно быть ровно теперь. Нет, четыре, пять, а с другой теперь, стороны. Теперь это будет исправить проще. Потому что будет видно. В чем фигня. То, что ты срезал, это, конечно, ну, то есть, это мы просто для того, чтобы видно было. Ты сейчас-то блоки вот здесь не ставь. Подожди, что-то как-то косяк какой-то все равно. Раз, два, три, четыре, пять. Здесь пока блоки не ставь. Раз, два, три, четыре. Здесь должно быть пять, смотри, вот тут. Правильно? Так-то так. Да. Теперь ставим блоки, правильно? Сейчас, подожди, вот здесь, наверное. Сейчас один отступ, один. А здесь что-то не так. Вот здесь. Один отступ. Тут нет отступа. Блок скинул, да? У меня 13 штук всего. Нет, скину. Поднимись на крышу, скину. На, вот. Вот кинул на крышу стак. Возьми стак на крыше сзади. Угу. Потом пройдет, просто жалко будет. Ага, вот теперь все правильно, да? Раз, два, три, четыре. Что это было? Я улетел вниз. Короче, да, вот так. Сейчас их просто вот здесь неровно было. Вот так, да. Теперь глянь. Четко? Да. Давай считать. Да, четко видно, видно все, четко. Ровно, симметрично. Теперь давай смотреть ниже, как это смотрится все. Ровно, неровно. Четко, не четко. Один здесь. То есть теперь надо симметрию сделать, потому что сделать надо тут пол, понимаешь? Так что давай, помогай мне симметрию. А здесь симметрия есть, я так понял. Посмотри, я не уверен. Здесь так. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Правильно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Валдай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Спать пошли, давай. Так не могу. Упал, энергии не хватило. И в ад попал сразу. Вообще не хватило, ноль энергии. Но я до дома-то добегу. Побежали. Ой, нет. Слушай. Что, не добежишь? Меч сломался, чувак, нечем бить. Короче. Не, ну естественно ищем. О, надо следить за этим. На небесную, короче, 4 у меня есть меч. Ты заходим, там собираешься, горе, чувак. Он я соберет всю нашу строение вместе со всеми. Да, да. Вот, надо было нам ночью тут.
Так, хорошо, продолжаем диалог. Значит, 7 было. Теперь смотрим дальше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Соответственно, с другой стороны нажимать тоже 9. 1, 2, 3, 4. Кончились блоки. 5, 6, 7, 8, 9. Да. Дальше. 1, 2, 11 нажимать. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Другую сторону проверяем. Ах ты, скотина поганая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Да, пока есть симметрия. Тут все симметрично, серьезно. Ах ты, говно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Тут что-то несимметрично уже, я вижу, да? В этом месте должен быть блок кирпичный. 13. Соответственно, считаем здесь теперь. Вот, да. Да, около колонны поставь еще один, да, вот здесь. Точно, да? Точно, да. 13, хорошо, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, чтоб тебя подкинуло. Ненавижу тебя. Ну, ладно. 8, 9. Я пошел. 10, 11, 12, 13. Да пошел ты. Это да. Так, теперь тут считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Побежали туда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Занимательная арифметика с Валдаем сегодня. Что-то арифметики-то, да, грамотно. Как они сюда вообще? А ты там чем где-то занимаешься? Пошел в деревню. Сейчас схожу в другую деревню, посмотрю, есть ли там кто живой. Потому что что-то меня обуяли сомнения. Обуяли прям? Да нет, там мы там не были, поэтому там есть кто живой по-любому. Надеюсь на это. По-любому тебе говорю. Случай нужно протестить. Ах ты скотина. Да ладно тебе уже ругаться. Скотина, кстати, благородное животное еще. Конечно, скот. Так, тут никого. Тут есть жители. Вполне себе. Живые. Вполне себе ровные. И все прикольные, да. Ох, потолки высокие, конечно. Но это хорошо, на самом деле. По ним есть даже такие, которые... Провода пускать. Стрелы за... Короче, ты там житель, заборы. Садовый нож проверенный продают с двумя рады. Проверенный? Нормально. Проверенный, да. Четкий такой там, Вася такой. Я за качество отвечаю, сам проверял. Почему он проверенный? Что скажешь? Нормально. Ах ты, скотина, опять ты упал. Еще дом этого, который опку дает, по идее. Кто продает? А, ну вот этот нож проверенный, он продает. Человек, пчеловод, наверное. А. Копер на год, засилу на год продает. А, ну вот, собственно. Вот это, наверное. Хотя не, это просто повар. Повар спрашивает повара. Именно такой. Какова твоя профессия, повар? Ну, в общем, я пошел домой, пока здесь всех не убило, из-за того, что я здесь. Давай. Ну, тут все хорошо, я тебе скажу. Хоть это все находится в зимнем биоме, но две деревни вот так вот найти, это не просто. Так, плиты из красного кирпича, ступеньки из красного кирпича. Дальше что еще можно сделать? Фасад можно сделать. Ты не хочешь заполненную трубу, и мы фасада создадим крутого кирпичного? Нет у тебя желания? Чем сделать? Трубой? Труба заполненная. Она делается из гравия и транспортной трубы из булыжника. Просто посмотри, как будет смотреться. Можешь сделать пару таких труб? Раз гравий и булыжник? Да. Нет, гравий и труба из булыжника. Так, ладно. Я пока продолжу здесь развлекаться. Мне нужен верстак. Труба из булыжника. Как он по-английски называется? Tube?
you. Ладно. Ничего не получится, он по-русски не пишет. Ice Cube. Так и не пишет по-русски? Да. Ну, давайте скажу рецепт, хорошо, сейчас, подожди. Так, это у нас как я смайл, подожди, я смайл use сначала, потом фасад, потом труба, рецепт. Значит, нужно гравий обычный и транспортная труба из булыжника. Внимание, транспортная труба из булыжника делается. Булыжник, стекло, булыжник. Все. Все, я понял. Вспомнил, да? Угу. Так, а что я улетел-то, я же ничего не взял. Господи, что со шрифтами? Дай-ка я английскую версию поставлю. Может, это поможет. А у меня английская стоит. А в чем проблема? Нормально. Может, туда английская? Есть какой-нибудь еще English? UK. Пожалуйста. Будешь работать? Тьюб. Да? Нет, такого нет, слушай. Так сделайте, объяснил же, господи, уже как. Нет, я хочу найти так. Все равно какие-то... Че за иероглифы? Серьезно. Ладно. Так, мне скоро... У меня тут иероглифы пошли, и я просто... Мне скоро опять вообще... понадобится помощь с твоей симметрией. А, вот уже можешь прилетать. Не, ладно, пока шучу. Пока нормально, все ровно. Ах ты, тварь. С Cobblestone, ну что у нас там делается? Так, это обычный крафт стандартный, да? Хотя... Так что ты, я не понимаю, что я же сказал, булыжник? Чё, да не, не, я все понимаю. Булыжник, стекло. Где я стекло достану? Не знаю, это уже не мои проблемы. Что за мусор? Питон снейк эгг я подобрал. А, подожди, тут на углах как-то по-другому. Как там углы делались красиво? Дай-ка вспомнить. Дай-ка вспомнить. Они делались просто. У нас вот так получается. Сюда еще одна ставилась так лесенка. Правильно? Вот и все, да. А тут теперь как? А тут теперь получается... А, тут говно. Не выйдет так. Не выйдет, да? Нет. При всем желании не выйдет. Ладно, подумаем потом. Сначала поставим сюда тогда. А там обдумаем. Смотрю, как это выглядит. Что именно? Гравий куда надо засунуть? Кроме... В середину, просто... Что там, гравий? Нет, гравий, стекло, гравий. То есть слева гравий, стекло посередине, справа гравий. Нет, это ты говоришь трубу из камня, я из булыжника. Я и сделал, а как до конца? Просто труба с этим, из булыжника и гравий. Рядышком с ней, просто два слотика. Слева, допустим, гравий, справа труба, по-моему, так, или наоборот. Так это ж просто труба, а ты хочешь что сделать? Заполненную трубу. Ну, хорошо, положим. Ну, все, теперь кирпичи и заполненная труба. Рядышком одну строчку. Камень красный, то есть? Да, получается красный фасад вот этот. Получился? Чё-то не очень. В смысле? Нифига не получилось. Да я посмотрю еще раз. Рецепт. Заполнен туда у меня есть. Смотри, а, три трубы заполнены. И один кирпич из красного камня. Получается 6 фасадов. Ясно. Дай гравий. У меня нет гравия. Нашел, еще спрашивает, да и гравий говорит. У меня как бы тоже нет гравия. Странно. Каскелеты мешают противнику в местах. Это да. Я нашел гравий. Молодец. Давай, пожалуйста, ну как-нибудь отвлечь отсюда. Змеи тут же, вообще всякая дичь у нас тут реально происходит. Гравия. Три гравия, три заполненных гравия плюс камни.
Нет, чувак, я не знаю, как это работает. В смысле? Три трубы, заполненные камнем, и один кирпич, что ты не понимаешь? Как эти трубы расположены? Квадратик 9 слотов верстака. В самом левом верхнем слоту идет три трубы в одном месте стаком. И потом чуть правее от них один кусок кирпича. Все. Иди сам попробуй, ты поймешь, что я тебя не вру. Хорошо. Заполненная труба, кирпичи из красного камня. Правильно? Да, не работает. Странно, подожди. Еще раз тогда. Use. Нажал use на Сакура, дебил. Так, use. Assembly table. Нужен просто assembly table. Для этого, понимаешь? Это непростой крафт. Что такое assembly table, ты знаешь? Найдем сейчас. Я пока скину обратно трубы. Crafting table. Да, поспи. Надо что-то делать с русским, английским. С иероглифами. Да гугли, ищи, конечно, надо, естественно. Печаль вообще. А как так-то, естественно, надо? Что-то просто пошло не так. И я не могу найти чисто теоретически даже assembly table. Так что моды уходят на далекий план пока что. Из-за этого. Да чтоб тебя подкинуло. Обстрел скорпиона. Мочи. Я думал поместиться с кем-нибудь в этой серии, но уже, видимо, мы не успеем. Да уже бессмысленно, да. Да и на самом деле я пока просто хочу достроить до конца. У меня нифига не получается, потому что это трудно. Да чтоб тебя порвало. Знаю, хотя это, кстати, идея, потом так обделаю. Твою мать, нет, 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 не собирайся тут, пожалуйста. Какого хрена? Вот эти вот мобы самые адские. Собирающиеся? Да. Ну да, приятно. Просто жесть. Приходится держаться подальше от этого всего. Держись от них подальше. Так, ладно, стекло. Как стекло? Держись. Не знаю, даже не знаю, что делать, просто пойду в старый дом. Помоги мне придумать что-нибудь с крышей, потому что я не знаю. Посмотри, как вот сделать эти углы. Может, у тебя идеи какие-то есть по этому поводу. Я в старом доме. Спасибо. Спасибо за помощь, ты очень помог. Да, я знаю, Страус. Сам ты Страус. Так я и сказал, я Страус. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тополя желудя. Ну чё, лутинг 3. Лутинг 3. Behind reinforced. Ну не знаю, сделаю это так, что-то придумал. У нас есть еще один улучшенный нагрудник, кстати. У меня есть в бэкпаке. На-на-грудник, на-на-на-грудник. На-на-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на. Помнишь скутер, да? Да-да-да. На-на-на-на-на-на-на. На-н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 а
Просто лучшая песня. Ладно. Я пошел посмотреть, как цикада тут жужжит. Да посмотри лучше, помоги мне, вместо того, чтобы каких-то дурью маяться. Не могу я тебе помочь. Бесит меня, что у меня иероглифы. Иероглифы. Так мне не надо крафт, мне нужно просто помочь. Раздражает. Да, я понимаю, но раздражает не от того, что... Что не могу помогать в таких условиях. Ладно, иди к черту. Да сейчас, ладно, я прилечу. Успокойся. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. Ты мне лучше скажи, где у нас промышленный лазер? Вот это я не могу понять. Он у тебя наверняка. Нет, у меня лазер с собой. Нет, нет. Не, а сныка носит только же там где-нибудь бэкпак один из. Что так, у меня его нет.
Нет, то все мои бэкпаки я их кладывал, чтобы не потерялись. Тогда у тебя было-то всего два бэкпака, и они сныканы могут быть. Почему-то не... Нет, у меня они до собой, два бэкпака у меня они. И в них нет. А где тогда наш промышленный лазер? Вот что это такое? Видимо, где-то... Кто утащил? Кто-то утащил явно. Здесь нет, здесь нет. Чурят ли мы положили? Хотя могли, но вроде нет. Паукан, паукан, начинает рассказ. Ты хотел лампу, по-моему, сделать, да? Да, что-то прям не до них сейчас. Зря. Потому что тут уже запалило монстра спавнится. Вообще прям ни разу не бесит. Ну такой вот, короче, заборщик. Теперь надо как-то повыше сделать, а у нас нет таких стен. Представляешь, из этих блоков нельзя делать стены. Из этих кирпичей. Представляю. Может, просто можно из обычного этого камня, такого, а не кирпича, проверим. Use. Что это вообще? Используется факел-шинник, плита из красного камня, фасад красный камень, ну и все, да. Так что материал немножко проигрышный в этом плане. Что из него довольно мало все можно крафтить. Ну, значит, и ладно. Да ладно, что с ним вообще? Давай в следующий раз уже будем что-то делать. Не знаю, не что, могу уже найти... Пора заканчивать серию, что ли? Ну да, потихонечку. Сейчас, погодь, мне надо хотя бы центр наметить будущей стройки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Четенько, семь, значит, блоков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Здесь восемь, значит, получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Значит, раз. Что? Что отмечаю делаешь? Четко центр, где в этой конструкции. Пока, потом уберу эти доски. Это просто временно. Четко, нет, промазал, да? На один блок вправо надо. Да, вот сюда. А слева убрать, правильно? Вот да так. Да не, ты. Сейчас ровно. А так будет не ровно опять. А, так будет не центр. Три в середине оставь, если хочешь. Так, хорошо, тогда подожди. Нужно теперь еще. Короче, я тебе объясню, что я хочу. И здесь еще будет одна башня. Выше. Такая она будет маленькая. Понимаешь? С лестницей винтовой. Поэтому здесь надо как вот эту башню построить, чтобы было ровно посередине. Такое она будет маленькая. Значит, давай вот так ее, наверное. Смотри, так. Да. Так. Так, так, да, примерно. Да, да. И здесь тоже так, так, так. Не-не-не. Еще сюда вот здесь. Вправо еще? А, да, да, да. Понял. Так, так, ага. Да? Да, да. Вот ее контур. Так, а теперь сделать ее закругленной, то есть как вот это дерьмо идет, понимаешь? Это получается... Дерьмо ровно? Сюда. Сюда, сюда, сюда. Нет, я хочу ее как бы... Какой-то косяк. Я хочу как бы вот так ее сделать, понимаешь? Я тебе еще сейчас смотри. Вот, грубо говоря, вот такой, чтобы она была. Он так и сделал? Ровно, посередине? Да, смотри, ровно получилось, да? Да. Или нет немножко? Да, ровно, ровно. Ровно, хорошо. Все, тогда можно заканчивать. В следующей серии вы увидите эту башню, она будет эпичней. Ну что ж, дамы и господа, надеемся, что вам понравилось. Ставьте лойсы, не забывайте про комментарии. Подписывайтесь на наши каналы, всякие разные группы ВКонтакте и прочее, прочее. Смотрите. Что ты сняла? Чем ты ломаешь это? Неровно стоит. Ага. Ну ладно. А то уж хотел тебя втащить. Еще одну нужно. И, короче, в общем-то, до новых встреч, друзья. Да, давайте увидимся, как обычно, в следующих сериях на просторах Ютуба. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.